Бачу. Урвище яке. Ну, это еще ничего, там дальше буде капец. Я вот просто, ми їхали туди, тому що з тої сторони сиділи, зараз назад будемо їхати. Я спеціально приготовилась вам зняти. Там так страшно вообще. Вау. О-о-о. Ну, это еще не все. Популярна ця бухта, тому що дуже багато машин стоїть, люди купаються в морі.
нам раздали вот такие вот штучки. И мы прибыли на винзавод. Винный погребок, как он назвал. Сейчас будем пробовать вина. Ежевичное, гранатовое, ягодные всякие там. В общем, дынное должно быть вино. Попробуем. Заходим. Замушка там докурює. Іде мой господин. Повелитель моего сердца идет. Погреб. Якось тут темновасенько зима. Мене тут не вкрадуть, звичайно. Зямуха. Свежий воздух, да. Проходь. Если вам туалет нужен, 15 там справа. Спасибо. Тебе нужен туалет? Нет. Мне тоже нет. Проходим в комнату пыток. Слушай, а что тут так, ну, так темно? Тут специально, как бы, чтобы атмосфера располагала. Чтобы не бачили, что дают. Раздали нам. Садимся. Выбираем место. Сядем у стеночки. На галерке. Для бедных. В Криму чарочки больше, каже, були. Це він розказує про він завод, так як завод шампанських він, не він завод, завод шампанських він в Новому світі. Нам там теж давали пробувати 5 сортів шампанських він. І там вже бокали давали. А я був за рулем. В общем, пробувати прийшли з нами з Єленою вдвою. Так, зараз я вам включусь. Ну, здрасте. Вообще были на дегустации фруктовки? Были. Тогда вот эти бэджики, которые вам раздали, огромная просьба, не теряйте ни в коем случае, пусть обязательно на видном месте будут, потому что я вас угощаю фруктовые вина. Это вина, которые готовятся без сахара, без спирта, за счет своей фруктозы бродят. Очень легкие, друзья, легко пьются, но часто в другом автобусе уезжают. Чтобы не было такого эффекта, бэджики не теряли. Будут какие вопросы насчет вин, сиропов, зовут меня Михалыч, можете обращаться, чем смогу, рад буду помочь, дорогие гости. У вас у всех есть телефоны, фотоаппараты, огромная просьба, когда будем выходить отсюда, то, что я вас угощаю, подойдите, возьмите, сфотографируйте. Я не знаю, в каком регионе вы отдыхаете, здесь неподалеку есть регион под названием Бельтеви называется, там месяц назад девушка отравилась повседневным вином. Я вас научу, как отличить повседневное вино от погребового вина. Когда где-то вас угощают, ну, туризм, сфера туризма, понимаете, да? В кожаный магазин едете, вас там лагун начинает угощать, друзья. Когда где-то вот угощают вино, на этикетку сверху смотрите, если здесь черными буквами написано «Гюнлюк шарап», это означает вино повседневное, оно 2 недели стоит. Погребовое вино, снизу отмечается специально выбитая маркировка. Покрутили бутылку, если донышко голое, имейте в виду, это вино повседневное будет. Если есть маркировка, это погребовое. Оно 25 лет хранится, уважаемые гости. Но обязательно в горизонтальном положении, это тоже не путайте. Потому что пробка здесь используется кёнис. Это из Португалии дерево, она не должна высыхать. Должна контачить с вином. Ну, тогда поехали, начнем. Когда пошли, любители виноградных будут, друзья. Если есть любители винограда, я начну с виноградного, потому что после фруктового вкус виноградного вы уже не распознаете.
Из виноградных вин, тогда давайте я начну тогда знаменитое вино, друзья мои, Айсвайн. Пробовали когда-нибудь? В Болгарии никто не был. Были. Национальное болгарское вино, там его называют снежное вино, уважаемые гости. Готовится из сорта Савиньон Блан, если после заморозков собирают, но в Турции Савиньон не растет. Вместо Савиньон мы используем кишмиш замороженный. Знаете, да, кишмиш? Вот вино из кишмиша делают. Его называют Соларис, уважаемые гости. Кишмишное вино замороженное, турецкий айсвайн. Сейчас молодой человек принесет и начнем угощать. Тогда вам налью на запах, обязательно на запах смотрите. Если пахнет от вина спиртом, имейте в виду, оно крепилось. Настоящее фруктовое вино ни в коем случае не крепится, уважаемые гости. Айдин. Уволился? Расстрелять надо. За то, что зажал. Прогида. Или зажал, или из-за пандемии отменили. Вы сейчас что-то он там нам, ездили, типа, нас не угостив, коли... Козерожкой, якось не угостив нас. В общем, или він шуте, вот этот вот продавец, или шо? Так, сказав, понюхать надо. Нюхаем. Спиртом не пахнет. Пахнет действительно виноградом, да. Наверное, уже пробовать надо или что? Ну что, что-то он замолчал. Что делать? Пробовать или что делать? Надо выпить. Надо уже выпить. Ну как вам первое вино понравилось? А надо уже пить, да? Ага. Если хочешь, подожди минут 20, потом вместе будем выходить. Хорошо, договорились. А теперь я вас угощу гордую станцию, друзья. Это гранат. Ой, гранат сорт называется Майхош. Кисло-сладкий гранат из Косы, но он здесь не растет. Его выращивают в Эгейской долине, если кто был. Город Памуккале называется, там его выращивают. Кунжут знаете? Да. Знаете, вообще гранат, если переводить, Майхош означает кисло-сладкий вот без косточек. Но косточки есть, размером. Угощай, пожалуйста, гранат. Так. Вина у нас двух категорий. Вот фруктовые вина, две категории. Первое это марочные, пятилетние вина, 8-10 градусов. Потом те же ягоды и фрукты, угощу десятилетние коллекционные вина, 12-14 градусов. Но, друзья мои, что-то пьете, смотрю, никто тост не говорит из вас. Грузинов нет. Грузинов нет, что? Чтобы то сказать, нужно грузинов выйти. Томочка, почему канцеля выключил? Так, это гранатовое вино, пробуем. Ну, если дадут, то выпьем и там и тут. Но нам крюком за что обидно, вот знаете. Есть у нас книга, хадис называется, там да, написано. Да, это я про это вино говорила, про гранатовое, что мне не понравилось в тот раз. Но, дальше очень ничего. Вкусно. Какой день? Что это за день? Нигде ничего не сказано, друзья. Я сам лично пью каждый день, чтобы, не дай бог, не упустить тот самый. Одно лучше другого. Хочу выпить за вас хороший отдых. Обалденно. Ты видишь? Я тебе не оставляю. Все самое. Ну, тут буквально два глоточка наливаю, для того, чтобы просто почувствовать вкус. Надо вот взять и его там во рту вот так вот. Вроде как пожевать, так учили нас. Ну как вам вино-то? Очень вкусно. Обычный гранат знаете, да? Вот обычный гранат. Из него вино не получается. Низкая фруктоза, но очень высокая кислотность. Сейчас здесь закончим культурную часть нашей дегустации. Я вас проведу в отдел сладости, дорогие гости. У вас будет 25 минут. На дегустацию более 40 видов сладости вас будут угощать. 6 видов с гранатовой начинкой. Вот, о, ребята, засветляли. Молодцы! Ну, ей дали попробовать просто. Ты чё? Надо её, это надо. Я там слышал про сладость. Ага, это как закуска стала. Да? Но основное, что из обычных... Ты меня, что ли, снимаешь? Я же в розыске нахожу. Жена третий год ищет, ты можешь найти... Ну вот я ей помогу, я ей помогу. Не надо, она зайдёт сюда. Посмотрим, кто кому поможет. Друзья мои,
Вот что обычно готовят из простой канака. Некоторые соус называют, некоторые сироп, где-то наршарап его привыкли назвать. Ну, соус, сироп, наршарап – это продукт второй, который из этого готовится с добавлением сахара и воды. Обратите внимание, нарекшили – это означает концентрат, грана благоухает, вот такой концентрат. В принципе, что тоже заправка салата, курица, рыба, но истинное предназначение… Истинное предназначение не это. Истинное предназначение – это на шашлыки, маринировка мяса. На килограмм одну столовую ложку добавляем, мясо не сохнет на углях, сочное, нежное получается. Некоторые путают, берут соус, маринуют соусом, ставят на угли, сверху быстро корочка покрывается, внутри мясо сырое остается, мускатное вино. Или, помните, да, мускат немножко кислинку оставляет после вкуса. Чтобы нейтрализовать кислинку, наши технологи, дорогие гости, добавляют сюда дынь. Вино так и называется, аунлу, обалденное вино. 12 градусов пьется как компот, абсолютно не дает о себе знать, пока сидим. Когда начинаем вставать, эффект медовухи. Голова здесь, ноги у соседа, друзья. Угощай, пожалуйста, Ильича. Обалденное вино угощай. Рахат-Лукум Шербет, ну ты уже была, наверное? Рахат-Лукум Шербет, друзья. Вообще как-то мускатное, но для того, чтобы не было кислинки в очередной, да, добавляют дынь. У человека диабет, не спрашивают, что кушает, через 10 минут начинаем его откачивать. Когда выйдем в отдел сладости, запоминайте, перед вами будет 6 больших витрин. Эта витрина называется приятная кислинка, то есть лукум, которым сахар не добавляется. За 6-й витриной будет отдел рахат лукума. Соки фруктов, рисовый, крахмал, мед, сахар. Это учитывайте. Если есть аллергия на сахар, на мед, если есть диабет, зашпарят цену $50. Я вас вон такие колбаски буду угощать. За что? Основа козье молоко, но добавки разные. Жареный шафран, гранат барбарис, пистаж, фундук, нарашков, друзья. Но вот я что-то даже не хочу готовить аппетит перед ужином. Вот лицо, да, аперитивчик, а сладости не буду есть. Не хочу. Поэтому в холодильник его ставить нельзя. Он хранится без холодильника 3 месяца, уважаемые гости. Не пьешь, поставите в холодильник, она твердеет, вытаскиваете, уже мягкий не будет. А что, что, можете сразу выбросить. Пробуй, дынное. Ему что дынное, что ежевичное одинаково. В нем немає такого обоняния, я думаю. Ну сладкое, дай сладкое. И что, кацетелина, он что, дынное? Не, ну кацетели кислее будет, конечно. Приятно. Да, тоже приятно. На любую сумму там на дочке себе можете сделать. Да. Вот мне понравилось практически все, что мы пробовали. Гранатовое, дынное. Вот этот вот, вот уже забыла название, в общем, типа ледяное вино называется, да, или снежное, по-другому. Ну, а вы эти сладости Первое, которое было. С кислинкой, если не слишком, если там цена будет завышена, то я возьму вот первое. Друзья, буду угощать винный лук. Что это такое? Это кишмиш после 3 дней брожения, вытаскивается из порошки, сворачивают фруктовые роллы, там будет гранатовый, ежевичный и дынь. Подойдите, я всех вас угощу с кислинкой тоже. Шаурма будет, фруктовый шаурма. У вас шаурма продают, да, знаете, шаурма? С мясом. Да. У нас такой есть фруктовый мякоть. Тоже на шпиль мякоть, прессованная мякоть насаживается. Там ребята на ваших глазах нарезают. Это фруктовый шаурма называется. Фруктовый шаурма, первый раз слышу. Сахара, меда здесь нет. Я вас сейчас буду угощать чай гранатовый с добавлением рашкового сиропа. У нас... Сахар запрещен, друзья, мы не можем сахар использовать. Кстати, пока не забыл, заранее предупрежу, если кто-то где-то покупал этот чай, ни в коем случае гранатовые цветочки варить нельзя. Не варите его как каркаде. Он становится очень горьким, уважаемые гости. Просто литр кипятка, 1 столовую ложку добавляем и все, 10 минут настаиваем. Чай угостите, чай. Угощайся, чай. Чай. Да, вот, пожалуй, выпью. На что он делает?
Попробую чай, в смысле нашел. Кто сказал? Наоборот, понижает. Ты чем слышал? Кто тебе сказал? Ну, я глоточек сделаю. В общем, у меня батарея седает, и тюнинг катастрофический. 10% заряда осталось. Сейчас, вероятнее всего, ушел. После чая еще будет вино, он сказал, но я уже вам не смогу это снять. Мы сейчас ехали в город с нашим проезжали. Помидорный город, видели? Да. Самый дорогой помидор в этом регионе, там памятник даже ему поставили. Как выехали из этого города, кто-нибудь из вас обратил внимание, с правой стороны плантации, где растут, готовьтесь. Пробуем гранатовый чай с рожковым деревом. Пили когда-нибудь масло? Есть кто боится пить масло? Компот. Вчера пили? Сегодня тоже попробуем. Достаточно сладко. Друзья мои, вообще дома оливковым маслом пользуетесь? Пахнет гранатом. На что смотрим при покупке? Кислинка есть. Ну, да. Что? Вкусно. Это вот этот вот, значит, чай, который я нам только что показывал в пакете. Вот на что. Такую чушь несут, друзья мои. Я понимаю, когда говорят кислот, у нас есть синильная кислота. Мы делаем старинным образом. Я выключаю, потому что сейчас вырубится телефон.